Ой, слышишь? Я пойду покурю пока. Хорошо. Со скифонами или сам? Скифон будет играть. Чё не кидают? Не, как всё. Панельки по-любому вынесены. Ой, нет, там, блин. Там на панельке можно у него все разместить. У него панели хорошие просто. Щит нужен 60-й с дыркой однозначно. Ну все, зашибись. Это мили. Ты чё грумеришь? С какой ланы 25 гер? А, он про танк. А, они с ребра, по-моему, кстати, с ребра. Про плащ? Они сначала. Про танка щит. А, нет, у танка щит, да, с ланы, а на мага с ребра. А нахила с вальки? Чё, с вальки, с ребра вроде. Да лопасос. Пояс надо на хулипала. Я его даже ни разу не видел. Его. Ну, мне кажется, если тут дурочки РЛ, они не будут хулипалам его отдавать. Скажут, это шамановский. Да ладно. Ты же ходишь с гильдией. Не ты, а вообще... Смотри. Гильдия, это же бисл, поскольку гера нет. Поэтому, я думаю, и шаманы, и хвалы смогут ролик бросить. Не сказали, я эти ткани не дам на Эллину. Пока. Как всегда. И слева вот. Бля, не бейте так быстро толстого, алё. У меня на пол ещё не откатился. Не бей ты его.
На этих стан не работает. На открывающих. Угу. На них не работает. Икс один работает. Да, на себе ты указ сбиваешь. Горыч, ты тут? Угу, а где мне еще быть? Сейчас, я так понимаю, не орените, да, потому что я вот даже никуда ретриком сходить не могу. Я вот сейчас пойду Жениным ПВПшным ретриком, Жениной панелью. Придется... Ты ретриком хочешь походить? Нет, мне надо, мне просто нужен спек. Вот так, когда хил никуда не нужен, мне даже ретриком не сходить, потому что у меня, блядь, джага в одной стороне на Жениной панели, это в другой спек, ПВП, печать не свичнуть. Так сбей ему, поставь под себя, он себе потом настроит. Мне все равно спектр такой нужен, ПВЕшный нужен. Ну да. Ты знаешь? Чего я знаю? Спектр. Ну, я могу зайти на X1, скопировать со своего ретрика. Уже там... А у тебя там... ПВЕ. А, ну да. Если что, на моего можешь зайти, у меня там точно есть ПВЕ ретрик. Я... Он не пристал, куда-то перенес, я даже не знаю, где сейчас мой прист. Уже к тебе на аккаунт его перенес. Понял? Не сказал мне ни почту, блядь, ни пароль. Пулил аккаунт, наверное, на БС. Смотрел там, кого можно в жертву принести. Ага. Он еще и за мои... Бонусы перенес на свой аккаунт. Голдусы забрал. Дайте каску в вар. Я так думаю, я в прошлом году... Да-да, уже мана нет. Да, наручено. Есть грань, есть. У меня даже наручи приписывые есть. У нее ретрик сильный, ты чё, там 260, наверное, ретрик. Нет, 254. Нормально. Чё я не даю, блядь, с ПВП спекам? Вообще... Ну сделай ПВЕ, Юль. Он знает свой спек, ёпта, он сделает все сам себе за 2 минуты. Сейчас мне уже не надо. Где подавитель? Что значит сова? Лопасос, блядь. Так там почти, Юля, такой же спек. Ладно, не переживай, курочка. Там разница только в двух скиллах. В сакре и в талант в этом воздаянии. Из двух кнопок захилит. 43 стак, смотри, честно. Решил вдруг перехилиться, да? Часто 600 FPS. Сколько? 600 пак. Это 61. Не, не может быть. Как 600? А, ты чё? 38, всё, 38. Куча. 39, 40. Может, до 50 раз. До 60. Угу. 45. Десятка хпс, честно. Это мало, блядь.
Ага. Кстати, курочка, да, тебя в целка не было в последнем гильдейском. Я же Вальку тоже хилила. Вот, я прям намного меньше дала хпс, прям намного, что-то 113, что ли, кавсов дала. Да. Потому что очень поздно, мне не надо было в последние порталы заходить. Ну, а тогда сколько? 148, да? Нет, по-моему, вообще 160, не? А, да, или 160, я уже не помню. Ну, много чего ты там дал. 63 капочки хпс. Вот, вот и квестик, наконец-то. Вот он, дорогой, на. Отлично. Паладину, да, или там вар? Что-то подлаги начались сразу. Да он говно, на. Я русский лучше. Да, геройский топчик. Угу, 62. Ну чё, стопанёт нас Синдра или нет? Ставки делаем. Ну что, я потом упадет? Я уверен, кто-то обосрётся. Синдра или мы, да, кто-то обосрётся. Санёк, за тобой привяжусь, отойду быстро. Уже крылья не могу найти. Священный.
Тебе должен висеть, Холипал должен поддерживать. У нас тут вайп, короче, на Ониксе, бля, я нихуя не дамажу, хуйня какая. Серьезно? Я, сука, крылья первые, блядь, секунд 30 искала боя. Нашла потом, правда, и она взлетела. Я вначале вообще агро сорвал и умер, провалялся в кусок, потом встал. Я видела, я бафала тебя. Ну, блядь, я вообще удалю нахуй успех, не надо ничего говорить. Да не, на самом деле нормально, рейд. Где? Звонил, короче, белки, короче, короче, будет он с нами играть, скорее всего. 25-ка будет изи просто проносить. Главное, чтобы нормальная ДДР ДД были все. Нет, я на нормальных хилит, ничего, ничего, захуела. Я на классная девчонка, ну и хилит хорошо.
Че, уходи? Кина, хочешь на Синдру пойти? Я так тебя плохо слышу, Честер, че? Кина, на Синдру хочешь пойти? Чего, пошли, Синдра, лечь, тебе же надо. Ну тем более, у меня чего есть? Я все равно... Я уступлю, если хочешь. Я не успею ни за что отбить. На какой день недели? Суббота? Да. У меня 400 из 4000 почти отбито только. И на Оню ты почему пошла? Потому что у меня Оникса не хватает. Вы же ходили на Оню без меня. Это регать. Да нахер тебе та Оня, где чил получаешь? Мне надо накрутить Хонор и Ап за монетки. Поэтому мне нужен... Сейчас важнее одеть ПВП, чем ПВЕ. Считаешь? Сейчас такая, ну какой, ну какой брюль, где мой Хонор? Да? Да, 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 брюль она будет. А что ты там себе уже покупаешь на ПВП? Пока ничего еще не купил, на прошлой неделе плечи или голову, я что взяла? А, грудак я взяла. Тоха, за ПВП дают тоже монеты или что они? Хонор, а? Так нахрен не надо. Девать, потому что кап у нее очень большой, она не успевает за неделю отыгрывать. Тоха, слышь? Ладно, ваше ПВП, я не понимаю. Тоха! О! А когда ты, говорю, успел 5к набить, слышь? В смысле? Когда квест сделал каждый день, а чего? Хуя себе, блядь. Квест ты делаешь? Ну, когда появляется кап, я один день тупо фигачу БГ, и все. Когда отбиваю кап, забиваю болт, опять делаю по 3 квеста. Рейд у тебя вот сколько? Общий. Каждую неделю делаю. Там даже в сотку попал. 93-й или 91-й, там какой-то. На, ты ебашишь, бля. Сегодня на ВСГ, блядь, что-то нахуй, бич. Ты меня вообще, вот первым ты меня вывел, вообще, я такой, да как, ну, сука. Ладно, думаю, сейчас я разогреюсь. Да тебя хан там спасал. Тебя там хан спасал, пиздец, если б не тот хан, ты бы у меня по КД падал, нахуй. Видел, как я первый флаг донес? У меня один КХП было, блядь. Меня же хан застопал с локом. Ну хоть кто-то мне помог, блядь. Он мне скатер дал, а потом койл дал, и все, и я, блядь, никуда уже не ушел, блядь. Меня просто они и убили, нахуй. Я же забил болт потом носить, я им писал, говорю, я не донесу меня, говорю, фокусят. Крали, кто-то пишет, типа, сбегай, попробуй еще. Ну я окей, давай сделаем. Потому что они видели, что я тебя. Что я тебя пиздил, нахуй. Меня парнить надо, в жопу. Буду крутым пацаном, буду фармить банки. Только это еще очень скоро. Крутой пацан, это когда у тебя фулл банк будет этим забить. На ВСГ-ка тащат вообще, если вовремя особенно выбегают, они вообще тащат жестко. Кота очень тяжело застопать, блядь. Это не рога, нихуя. Хотя и рога ШСа. Это лог. Короче, на это, чисто здесь, на этом серве не был на Синдре, но я знаю, что он глыбу кидает, за глыбу прячемся. Тут еще есть нюанс, как правило. Да-да, сейчас Войт расскажет. Ждем, как полагается. Не знаю. Нет, ему метку покажи, куда нести. Метка? Ты уже немного по-другому. Просто я помню, что метки она ставит, она кидает глыбы. Все отходят, он стоит, да, и в глыбе потом, когда она кастует вот этот масс дамаж, все за глыбой стоят, и он не проходит. По крайней мере, как я. Да поставим ему метки, а что, лок не поймет, что это? Все дело в том, что здесь фрейм на самом деле больше, чем нарисован в два раза. Поэтому нужно ставить на двойной дистанции. И, ну, круг поставь, как обычно, желтый. Сам. Да. Ну, просто так же, да, за ним получается, стоите? Ну, стоите. Да-да, только будешь смотреть, куда сейчас поставят метку.
Потому что, я говорю, масс дэмэдж идет, она что-то кастует. И... Ну, я понял. Ладно. А что вы про меня говорили? Хотели спросить, что там, с заменой. А замена очень хорошо себя чувствует. Сижу, так сказать, наготове. Короче, Синдра здесь гуляет, слышите, как вылезла, и надо спускаться вниз и захиливать. Что мне, СС кидать кому? Бревну кидать? Чё ты офнутый? Как ты на Честера написал, что курнуть бьёт? Какой курнуть? Шо, у вас Юля на замене, кстати, сидит или нет? Нет. Сидишь? Нет, нет, мне надо ка подбивать. Я сейчас буду весь вечер в Угаре быть. А вот в ВК бы сходила за самоистом. ВК не собрался вчера, тупо не было сетапа. Я знаю, я Войду писала ВКонтакте, у меня уже сил вчера не было зайти. Комп не включался. Я даже ждать не смогу. Желаем голосовать за Сирус. Всем нужна четвертая проф. Я уже наголосовался на пятую. Присаживается. Думаю, одевай, не рискуй. Угу. Так она и здесь суммируется. Вроде шевелится, дрыгается. Где это шалава? Эй, Гали, Гали! Здорово, настрой. Я знаю, что ты мне разговариваешь. Эй, Гали, Гали! Да тихо. Да. Он немножко Честеру в канал уйдет.
Череп упал, нет? Нет. Ха, слава богу. Что за обнова на 4 гига? Не знаю. Это у тебя глюкнуло, как и у многих других игроков, полностью перекачивается клиент, потому что на целостность проверка не прошла. Все, не мешай. Гали. Мульти, а чё не уступил Хантуми? Побежал сначала, потом остановился. Чё, крыса, что ли? Бежит, блядь. У него время найду. Я вам нужен вообще, нет? Ну и слава богу, я пошел туда. Блок на бомбе. Не забежал за гол. Эй, Гали. Телефон тоже. Может, можно ложиться. Здоровья, блядь, попросили два раза нахуй. Тебя два раза попросили заткнуться, чё, сложно, что ли? Траем Синдру, все слушают Терелла. Тебе чё, блядь, прикрикнуть тебе надо или чё, я не пойму. Это мне говоришь или что? Да, тебе. Я уйду тогда, чё, не вопрос. Идите дальше. И отдыхайте. Ты не прав сейчас. За ней стоял Лок. Вот мы за ней стояли, а ты стоял за нижним краем глыбы. Я стоял рядом с тобой, ты умер слева от меня, ты не забежал. Нужно полностью фигурку персонажа заводить за склеп. Мир тебе. Береги себя. Какой день маунтов обновляют в магазине? Понедельник, наверное, или вторник. Ну, если у вас есть 9 монет и 15 бонусов, попытать удачу? Серьезно? Монеты сначала будут идти. Бонусы будут потом. Он не хилился, может хавать. Он должен давать два костра за форму. Это тяжко. Еще хорошо накрутила почти всю арену и Конор. Одна метка.
за ней бегут и бьют. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Рано выбегать начал. Затяжка, да-да-да, затяжка. Подозреваю, что стать скорее всего нет. Стоял далеко, не замерз. Ответный удар 40 тысяч. Так фон. Если 10 тысяч резистов удастся первым. Так и не скидывал бы. Нет, крестик. Близко. Не поменял. Не стак есть, 4 стак.
Уже был. Понятно. Близко стоите, намерзаете в метках. Я отдал Честеру. На последней взлетке, когда долго глыбу били. Вы что, ебанулись нахуй, вообще не могу понять. Не ори, блядь. Ладно, есть на срез, нажимай. Я здесь, да можешь давать, просто объясни, почему я второй раз сдох. Я стоял хрен знает где и все равно сдох. Я и на цирке играл, на другом играл. Понятно. Да я таким нубом не был, я тебе серьезно говорю, да, первый раз. Ты рассказал механику работы скилла, но не сказал, что нужно делать персонажа. Лок, смотри, если на тебе таинственная энергия нависит 30 секунд, ты делаешь там максимум пару-тройку костов, не больше, ловишь максимум 2-3. То есть можешь прок отдать какой-нибудь, если прок, ну что-то прок какой-нибудь отдать. И стоишь, ждешь, пока бахнет вот эта энергия. 5 секунд просто стоишь, ничего не делаешь, понял? Бахнул, да, бахнул стак, можешь дотки обновить. То есть поймал пару стаков, стоишь, куришь. Ну вот, 5 секунд. Все. Да не умрешь. Войт, можно вопрос? Так, может быть, ГП тогда за первый трай, либо всем, ну, ЧК как-то, вроде все слакнули, а виноват только ЧК. Хиль. Дело не в ГП. Должны понять, что вам делать надо. Кому-то ГП помогает, кому-то ГП не помогает.
да, и еще кто играет с мышками, оптическими или проводные мышки всегда для игр, просто отклика всегда выше. Умейте это делать. Да, блин. Долго тут. Стяная ладонь смерти сжимает сердце. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая мать... Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Я бы чуть поближе пас, прямо перед шипом, слышишь? Ее далековато, конечно, глупил. То есть вот край круга должен не касаться острия. Вот край круга вот есть взлет. Далековато. Да еще есть взлет. Тоже должен центр. Нет. Мы вместе дали два бефа на первый предмет. Чё-то оба там прошивай свою дух. Видишь, красный фрейм, он не должен на серебряную хуйню, что... Блять, стой тут! Дергается вдвоем, дерганые. Застрелил бы за такое прям сейчас, блядь. Походите, пешеход, блядь, метаться начали. Пусть, блядь, еще что-нибудь сожрет, чтоб я вообще нахуй его не видел на экране, блядь. Можешь на характер чисто равен, блядь? Тише, бомбы.
10%. Давай. Прожал. А что есть 5 секунд? Беля. Теперь почувствуйте всю мощь, господин! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Хант дальше. Ляпы вызвал. Все подрассчитано. Ну, хорошо. Пойди, лоб. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Не-не-не. Че он не кастует? Даю. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Нет, стака. Дал тебе кап. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Хватит, погибни! Меня утомляют. Команд петушара Гера не дает. Блять, заебал весь рейд слаг. Ну что ты что от него, блядь?
почему заморозка не могу понять? Вы долго сносите. Зачем именно сносите постоянно в центр ебаную глыбу? Мы теряем ДПС, охуенно теряем ДПС. Нахуя это делать? Не понимаю. 2-4-6 притягивается просто именно Синдрагос. Одну просто. Да? Понимаешь, братан, когда извините, что тебе будет перебивать, подожди, стой. А когда именно ты выносишь постоянно в центр метку, я не могу захиливать Дымыча, потому что у него просаживается до хера именно ХП, мне приходится отходить влево, чтобы его захилить, братан. Потому что когда глыба ставится, грубо говоря, от 1.5 секунды, чтобы заморозка шла, 1.5 секунды, понимаешь? То бишь, либо танк будет ложиться, давай, Кристо. Кристо, ты блокер, да. Ты считаешь, что постоянно в метку точно так же в центр, а первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, десятую только в центр, да? Крест. Крест, Честер. Загони Честера в канал. Почему я должен бегать к нему и просить, что за хуйня? Кресты. Не нужно в Дискорде. Переходите в другой канал и просить кресты. Надо научить его через два костра вдруг.
ничего. Тридцать секунд до притяжки. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Не будет. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Нет, нет, брос, быстро убили. Освобождёнка, потому что я бы сдох в метке бы, блять, вот, ёпта! Меняй. Так, не скину. Стой, стой! Трепещите, смертные, ибо
Я мертвый. Давай, 80к. Да ладно. Надо было вот эту последнюю метку Локу выносить вперед перед притяжкой. Все бы скинули стаки и да. Надо было последнюю метку вот этого Лока. Войт, ты сейчас не прав, немножко был в том плане, что нужно вносить метку после притяжки. А ты сейчас сказал мне вносить метку, Лок вынес и всех притянул, блядь. И он далеко отнес. Проще было ее под лапу отнести, вынести и все. Сейчас реально просто под лапу нужно вынести и все. Потом две в сторону. Правда. У меня кончилась освобожденка, я бы так дальше бил ее. Понимаешь? Я настакивал. Она кончилась и убила меня. Я бы, может быть, и убил, если бы она еще висела на мне. Под декам запущу. Да, буду снимать сайт. Касочку дайте по ханту. А то хант обидится и будет сидеть рыбу есть весь трай. Буду снимать. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвала унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Если жать бабл перед притяжкой, не притягивается, берите. Хапалки я тоже касается. Да, нет, спасибо. Я буду хилить вообще. Смертные!
фрейм падает, пофиг. Припишите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Пошли покурим. Войд. Две минуты. Да не будем, наоборот, может? Потому что я говорю, первую влево, вторую в босса, третью.
Потому что, блядь, когда в центр ставит, секунда идет, когда в глыбу заморозка идет. Так дымыча сразу пробивает. 10% у него, сука, остается. Я уж заебался сразу жене давать. Заебался выходить, нахуй. Че орешь-то, честно? Потому что вы ебанутые, нахуй. Вот нажрался просто и орешь. Да, я не нажрался, просто я хуеваю просто. Оно не сразу замораживает глыбу, оно секунду тикает. У тебя остается 30% хп. Мне приходится выходить влево, тикать и на статке заморожения, чтобы тебя отхилить. Зачем ты отходишь влево? Потому что ты сдохнешь. А ты не достаешь? Нет, не достаю. Мне отходится отходить именно сюда, вот где я сейчас прыгаю, вот сюда я отхожу, блядь. Я не достаю до тебя, братан. Не достаю, потому что постоянно в центр выносится глыба. Не достаю, братан. Не достаю. Что такое случилось? Честно, спулил босса. Никто вроде не двигал. Че она прилетела? Бля, не двигал. Короче, рейс меня. Нет, не спускался никто, она сама прилетела. Херня какая-то. А разница какая? В смысле? Что? Курить не шел. Нету ни на ком вообще. Нету. Ни на ком. В смысле? А, ты имеешь в виду меня? Типа, когда именно на такой фазе? На тебя сначала? Когда меняетесь, блядь. На тебе. Ну и ты вымучишь. Да, конечно. Правильно. Просто тут именно с глыбой проблема. Проблема то, что она не сразу мгновенно замораживает. Она одна секунда и потом замораживается. То бишь, мне нужно наверх подойти, отойти, она потом типнет, потом подойти и начинает захиливать. Когда ты меняешься с Дагдымычем, у Дагдымыча остается 30%. Это уже постоянно такое было. То бишь, ему нужно, тебе лимо нужно прожиматься перед тем, как ты меняешь его. По-любому. Я постоянно замечаю, то бишь... глыба, вы меняетесь, я наверх отхожу, чтобы не заморозиться. Секунда тик этой глыбы конченной. Я подхожу, у тебя 30%, постоянно 30%. То есть она дыхание дает такое, что у тебя 30% остается. Даже маны у меня нихуя нет. Второй фазе пей. То бишь, друид захотывай на постой просто на всего танка, когда они будут меняться. Thank you.
просто сдвинуто. Лич проще. Как то я как-то брал, я и не заметил, блядь. Главное, если приблизиться, я на пулю.
Да за нет, сакрит, нет. Ключ такой есть, прожал. Как так, блядь? Бля, 9 фагов. Дай минуту. Я пока. Смотри, что произошло. Мы сейчас принесли метку, куда было нужно, но притяжка сработала быстрее, чем замерзла метка. Да. Это что за хуйня, блядь? Это что за хуйня? Это уже бах механики босса. Так два раза так было уже. Как, блядь, нам в этом случае быть? Что за хуйня? Вот я сейчас смотрел, внимательно наблюдал, блядь, следил, что вообще происходит. Здесь какие-то ебаные таймеры стоят. Ты видишь, что здесь поломан. То есть проблема сейчас в том, два раза подряд была. Ни в рейде, ни в чем, блядь, ни в людях. Люди отлично сейчас... А починили тот баг, который кричали все, ну, тут в волчате, что Синдрагоса ваншоттает или что-то в этом, да? Да, да вроде не важно. Видишь, притяжка идет без помощи, замерзает. А, не, это не про это. У нас шансов много было убить, просто мы не воспользовались. Что делать будем, Войт? Таймеры сломаны. Сейчас, подойду.